Добрый день, друзья! Мне очень приятно снова рассказать вам о том, что я делаю. Ну, наверное, всем понятно, что стратегическая сессия и я – это как две неразрывно связанные вещи. Но вот что самое интересное. Совсем недавно так случилось, что жизнь свела меня с морем. И теперь море, эта стихия, все это связано стало неотъемлемой частью моей жизни. Но как же связать стратегическую сессию и море? Вернее, нет. Как связать стратегическую сессию и яхту? Я сейчас вам об этом расскажу. Я строю команду. Или мы создаем команду. Так часто мы слышим это в разных выступлениях ваших руководителей или выступлениях людей, которые отвечают в компаниях за управление персоналом. Но понятие «настоящая команда» возникает тогда, когда ты оказываешься на корабле. Корабль и команда – это две неотъемлемо связанные части. Команда, которая имеет однозначно главную цель. Так, чтобы корабль пришел в пункт назначения. Команда. Что же такое команда? Важная вещь, которую все знают, но не у всех получается ее строить. Но корабль и команда есть однозначное понимание. Как я уже сказал, это одна цель. Но у команды есть четкая иерархия. В команде каждый знает свою роль. И еще что самое главное, в команде всегда есть взаимовыручка. Помимо всего прочего, построение команды и командных отношений возникает тогда, когда есть лидер, который умеет управлять эту команду, направлять ее, а также люди, которые готовы поддержать этого лидера и при необходимости стать этими лидерами хотя бы на какой-то важный момент времени, чтобы принять единственное правильное решение в той обстановке, которая диктует им море и корабль. Внешние условия. Зачастую мы говорим о том, что есть внешние условия, которые мешают нам работать, и бизнес с ними сталкивается. Кто-то не платит, есть кассовые разрывы, котировки акций растут, валюта падает, происходят неплатежи. Но независимо ни от чего, ровно в 18:00 мы все расходимся по барам, садимся в свои прекрасные комфортабельные машины, спускаемся в метро и забываем на минуту о том, что есть какие-то внешние условия. Лишь завтра утром, когда мы вернемся в офис, мы снова сможем продолжить это делать. Попробуйте представить себе такое на борту корабля. Нет возможности. Как если вы окажетесь там вместе с нами, вы почувствуете, что нужно принимать решение каждую секунду, потому что внешние условия, они никуда не уходят, они остаются с нами. И вам нужно будет реагировать адекватно и на волну, и на ветер, и на любые другие условия, которые существуют в открытом море. Это по-настоящему внешняя среда. Должностные инструкции и обязанности. Всем понятно, кто из вас какую должность занимает. Вы руководитель, вы начальник департамента, вы заместитель председателя или, может быть, даже генеральный директор. Все это прекрасно. Но когда мы с вами окажемся вместе на лодке, там ваши должностные обязанности будут ни к чему. Единственное, что от вас потребуется, это умение слышать, умение говорить, принимать адекватные решения и чувствовать плечо товарища. Именно это и есть самые главные навыки, которые необходимы в корабельной ситуации. В той ситуации, когда мы находимся с вами в открытом море, все, что нужно будет делать, это выполнять четко указания капитана. Потому что, как вы помните, наша главная цель – вернуться в порт приписки. Другая реальность. Что такое другая реальность? Реальность, привычная для вас, сменяется на замкнутое пространство. Яхта. Да, она комфортабельная. Да, в ней комфортно находиться, спать, есть, принимать душ. Но вы все находитесь вместе. И засыпаете вместе, и просыпаетесь вместе в одном пространстве. Это дает вам возможность почувствовать друг друга совсем по-другому. Вы точно понимаете, кто есть кто. Ведь на самом деле долго нельзя скрывать свои отрицательные качества. Они так или иначе проявятся. Но не это главное. Проявление качеств, демонстрация их другим – это и есть становиться настоящим собой. Когда вы все внутри своей команды сможете стать по-настоящему самими собой, вот только тогда мы сможем сказать, что вот они, настоящие участники этого процесса. А какого процесса? Безусловно, для вас это достижение цели в бизнесе. Ведь какой смысл что-либо делать, если это не приносит новых результатов в вашем бизнесе? Именно для этого вам необходима стратегическая сессия на яхте, где мы вместе в одной команде сможем поставить, разработать и достичь, расписать этот план достижения ваших новых бизнес-целей. Командный коучинг и стратегическая сессия –
Это две вещи, неразрывно связанные друг с другом. Почему? Потому что вы все время выступаете в двух ролях. Первое, вы являетесь непосредственным участником событий, а второе, что самое главное, вы можете рефлексировать и наблюдать за тем, как другие воспринимают ваши решения, работают вместе с вами. Вы можете анализировать все то, что происходит внутри коллектива. Думать, разговаривать, осознавать, делиться, размышлять вместе и выстраивать новые отношения, абсолютно доверительные, в абсолютно новом формате. Ну и, конечно, что может быть прекраснее размышлений на открытом воздухе, когда глаз радуется любой картинке, когда вы видите закат в море, когда вы видите голубую воду, когда вы слышите шелест волн, скрип швартовых, когда вы чувствуете свою лодку в своих руках, когда, поворачивая руль, вы понимаете, что она движется туда, куда вам нужно. А это непосредственная и прямая параллель ведения вашему бизнесу. В виде чего? В виде приказов, распоряжений, людей вы должны сделать так, чтобы повернуть в нужное вам направление. Стратегическая сессия на яхте – это совпадение уникальных факторов. Первое – обстановка. Второе – максимальная вовлеченность людей. Третье – общая цель. И четвертое – фантастическая лояльность всему тому, что будет происходить. В совокупности создать это где-либо в другом месте практически невозможно. Поэтому стратегическая сессия на яхте обладает этими уникальными качествами, благодаря которым вы точно решите поставленные задачи. Напомню, какие – выработка цели, формирование команды и создание такого командного духа, который позволит вам достигать любые поставленные цели. Стратегическая сессия на яхте – это интенсив. Почему? По одной простой причине, что у вас есть одна цель в сжатые, короткие сроки. Вы должны вместе выработать свою цель, стать командой. И это и есть ваша самая главная инвестиция. Инвестиция в то, что после того, как вы будете выходить с борта яхты, вы будете смотреть друг на друга совсем другими глазами. Вы будете видеть в своих коллегах уже просто по-настоящему членов экипажа, членов своей команды. Это люди, с которыми вы пережили самые яркие моменты пребывания в море. Это люди, которые помогали вам достигать новую цель. Это люди, с которыми у вас сформировались новые взаимоотношения, потому что стратегическая сессия на яхте – это ваша инвестиция в вашу команду. Только ваша команда может привести вас к любым поставленным задачам. И стратегия, и стратегическая сессия нужны лишь только для того, чтобы вдохновить людей, преодолеть любые препятствия для достижения ваших бизнес-целей, которые вы создадите на стратегической сессии на яхте. Thank you.